Сегодня в Беларуси завершается выдвижение кандидатов на выборах в местные советы депутатов. По стране сформировано более 5800 участковых комиссий, куда входят около 64 тысяч человек. Почти половина из них – это представители общественных объединений. Напомню, до выборов остается чуть больше месяца, а завтра стартует регистрация кандидатов. И ровно за месяц до основной даты, 18 января, начнется самый активный избирательный этап кампании – агитация. Выбирать депутатов местных советов беларусы будут 18 февраля.